Всем привет, друзья! Сначала скажу, что для других языков включите субтитры. Я буду переводить на разные языки. Сегодня хочу вам показать установку Monaco 8.16, но есть несколько причин, почему я установку заново показываю. Во-первых, многие написали, что после установки у них китайские иероглифы вместо английских букв. Сегодня покажу решение этой проблемы. Также я добавил в папку, кроме программы 8.16, полный full SMRD файлов. Здесь все SMRD файлы, полная база. Также проекты 19.21. Также покажу, как добавить проекты и как создать проекты. Все это покажу. 7,7 гигабайт проекты и SMRD файлы 800 мегабайт. Также программа полная, full. Также хочу показать, что все эти файлы я добавил в версии Monaco 8.14. Почему? Потому что мне именно нравится версия 8.14. Поэтому я также вот добавил все эти проекты, вот это 19.21 проекты, вот 217, 222, 223 и так далее, вот новые проекты. И здесь также добавил старые проекты, например, 211 и так далее, вот 221, вот, например, 211, здесь есть и CBF, вот, скажем, MET-97, MET-28 CBF, не знаю, VGS-NAC-2, вот, VGS-NAC-2. Также добавил старые проекты, тоже сколько здесь весит. 2,6 гигабайт старые проекты добавил в 8.14 Monaco. То есть после этого, кто попросит ссылку, уже полностью получит полную full все проекты, все SMRD файлы с Monaco 8.14. Также в конце видео я уже добавлю старые проекты в новый Monaco 8.16. И уже тот, кто также попросит ссылку 8.16, получит все вот эти проекты, вот SMRD файлы, и также в конце добавлю старые проекты. Также в этом видео не буду показывать, как подключить через OpenPort и VXDIAC, потому что я это уже вам показал. Ссылки оставлю в описании на OpenPort, как подключить, и на VXDIAC. Сначала открываем папку. Правый клик. Запуск от имени администратора. Далее установить. Далее C-Program Files установить. Завершить. Далее. Нажимаем «Закончить». Далее «Установить». «Закончить». Далее выбираем другой интерфейс. Далее «Установить».
закончить. Вот, все у нас уже работает. Но повторяю, что возможно у вас просто копируете папку bin, все содержимое, и у вас все будет работать. Так, запустили программу. Сейчас добавляем либо OpenPort, либо VXDR, не знаю, либо какой у вас там C4 и так далее. Вот, как видите, VXDR, все подключен. И вот, когда выбираем уже проект, у нас есть вот наш проект, который мы создали. Так, а сейчас добавляем все проекты, которые я оставлю в папке. Вот, проекты 19 до 21 года. Добавляем все проекты в ваш Monaco. Выбираем все. Копировать. Открываем My Computer. C. Если у вас здесь нет папки Program Data, здесь ставите галочку «Скрытые элементы». Вот появился у нас Program Data. Вниз. Софтинг, сюда, Project Timeler, вот у нас уже есть проект 213, и вставляем все в эту папку. Правый клик, вставить. Все, друзья, после того, как все файлы копировали, опять откроем Monaco. И здесь уже, когда мы нажимаем, уже есть все проекты. Также тот проект, который мы создали. Вот, все проекты здесь есть. Вот старые проекты. Также копирую на вот 8.16, чтобы вы, если скачали 8.16, также получили старые проекты. Если нужна какая-то программа, напишите также в комментарии. В описании под видео есть ссылки на все программы. Всем спасибо и удачи на дорогах!